Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас такая маленькая посылка с колпачками для... С колпачками? Да. Вот такими колпачками для колеса. Вот для этих дырок. Для этих дырочек и болтов. Четыре обычных болта и один специальный болт. У нас были старые. Покажи, какое они качество были. Вот такие они были старые. Можно даже посмотреть. Вот этот специальный колпачок. Он меньше всех остальных. Видим, как он уже отжил свое, наверное. А вот это какой-нибудь. Ой. Тоже специальный. Это для других еще колес. Да. И вот такой вот наш обычный колпачок. Вот они вот так вот вставляются, да, и вот так все красиво смотрятся. Но так как они уже у нас половина растерялась, половина уже никакая стала. И мы решили заказать у китайцев. Да. И короче, что у нас получилось? Давай, эти уже можно так рассыпать сюда. Я положу вот, сюда. Вот тут, да. Вдруг будет. Чтобы мы сейчас смогли проверить и сверить, какие новые, какие старые. Такие же самые. Значит, посылочку мы заказали, шла она 3 недели, стоит 2 евро и 10 центов, и должно быть там на 4 колеса по 5 колпачков, то есть 20 штучек. Упакована простенько, да, пупырчатый кулечек, и сколько у нас вот есть колпачки. Колпачки чудесные, одноцветные. Да, кулечки. Мы взяли такого же серенького цвета. Есть там черные, есть блестящие. Но мы под вот эти колеса решили такие, как они были. Вот такие серые. И такие серые заказали. Теперь смотрим. Валентин у нас открывает кулечек и будет цеплять. Ну давай, что там у нас? Только не рассыпь, аккуратно. Давай вот их сюда вытряхивай, пару штучек, мы возьмем один для пробы. Так, вот наш новый, вот старый. Видим разницу, они какие новые, блестящие. А вот эти все вот новые. Так, а вот этот наш специальный колпачок. Видим разницу. Вот оно, сейчас мы проверим, или наш специальный, но он шире однозначно, вот этот вот у нас по диаметру, чем обычный. По диаметру он у нас вот как старый. Как старый и как старый, вот они, толщина разная. Мне новые значительно больше нравятся. Выглядит, конечно, все хорошо. Особенно за такую цену в 2 евро и 10 центов. Ну, давай. Давай, сначала большие обычные цепляй. Мы их просто туда, да, наживляем и заталкиваем поглубже, чтобы они крепко держались. Можно даже стукнуть немножко кулаком. Ну, кулаком не получается, тогда возьмем чего-нибудь такое, чем можно стукнуть. Чем можно стукнуть? Молотком. Молоточек можно взять. Так, мы решили просто не идти за молотком, а Валентин насаживает. Заходят они очень туго, да? Угу. Заходят очень туго, а я только вот покажу, как надо. Не все. Сложно. О, держится очень крепко. Без специального инструмента вы их не вытащите обратно. Я думаю, что эти прослужат долго, не потеряются нам в дороге. О, ты забил сам. Крепко держится? Ну, попробуй вытащить. Очень. Очень без крепко. Специального ключика, да, такого с зацепом, не вытащите. А предыдущие наши очень легко слезали пальцами, уже можно было снять их. Разболтались все за столько лет. Ну, эти и эти выглядят. Давай теперь специальную насадку. Забил, да? Да, забил. И теперь специальный, вот этот. Вешаем наш специальный колпачок. Входит он хорошо на эту кружляльку? Да. Круглый болт специальный. Смотрите, он у нас тоже хорошо насаживается и будет значительно крепче держаться, потому что старый держался всего лишь вот за счет этой тоненькой полосочки. А вот. Вот он какой тонюсенький был, да? А этот... Огромный оба, такой. Оба, да, будут держаться. Я не знаю, во сколько у нас больше. Раза в 4. Вот они так вот рядом. В 3. Где-то 2,5-3 раза они больше. Вот и этот? Вот как это. Тот уже не вытащишь ни один. Только специальным ключиком. И теперь... как смотрите, как оно смотрится. Как было только что. Да, и как стало. Вот как было. И как стало. Колесо приобрело значительно более культурный вид. Мне нравится. Красиво.
первое колесо мы установили. И теперь мы будем... Все колеса по очереди быстро, да. Валентин устанавливает. Побежали. Забыл еще сказать, что у нас эти колеса на 17 гайки. Ой, не гайки, а болты на 17, поэтому, ну, там есть разные. Можно заказать, посмотреть у производителя и продавца. Каждый себе может подобрать. Ссылку поставлю в описании, да? Давай, дальше я забью потом. А, сам забиваешь, ты молодцом. У нас Валентин помощник, помогает нам. Машина у нас немножко старенькая, но тоже хочет, чтобы ее любили и ухаживали за ней. Если на нее всяких новых штук повесить, она будет даже немножко новее выглядеть, правда? По сравнению с тем, каким она была, да? Чудищем. Мы ее отчистили, отмыли, колеса, да, надраили, и вот теперь новые колпачки. А мы потом еще покажем, вот смотрите, у нас еще вот тут есть у китайцев тоже по 40 копеек, таких 4 штуки продается. 40 центов европейских. Железные, на ниппель накрутки. Очень хорошие, красиво смотрятся. Есть разного цвета, а блестящие, еще серебристые, можно, черные. Наверное, заказать, я не знаю, я тебе попозже заказал или нет. Мы смотрели там. Вот эти центральные шайбочки, пластмасски. Приклеить автобот. Автоботов, да. Мы решили вот на вот это вот Audi значок, да. Его вытащить. И насадки специально есть, продаются. Это наше следующее видео будет. Посмотрите обязательно. Как сделать. Там они продаются отдельно, насадки, отдельно наклейки. Как это все совместить и поставить обратно на эту красоту, как оно будет выглядеть. Это следующее видео. Осталось одно колесо. Это, наверное, самое простое. Так. Слушай, выглядит все чудесно. Валентин, маленький помощник, помогает украсить нашу машину. Готово? Одна последняя. Одна последняя. Ура! Так, чтобы увериться больше, что у нас все хорошо, мы таким мягенькой стороной, да, немножко подстукиваем, чтобы она вот так вот у нас хорошо плотно туда села, чтобы не повредить крышки. О, видим, что крышка не плотно сидела. Теперь мы их точно не потеряем. Обязательно чем-то мягеньким надо стукать, не молотком железным, потому что можно они треснуть. И тогда вся посылка пропадет. Дальше. Хорошо, все. Тут вот у нас как все. Старые. Тут уже у нас старые, да. Мы, наверное, старые беречь не будем. Мы их выбросим. Сейчас отнесем на мусорку. О, и этот у нас, видишь, оказывается, надо все было простучать вот так вот болтики. Они все понемножку до конца не хватает сразу силы, да, их настолько туго они заходят. Еще постукни последний. По верхнему самому. Вот по звуку даже слышно, когда оно до конца доходит. О, есть. И последний. Вот как все это происходит. О, есть. Так, дальше. Последний чуть-чуть. О, смотри, видишь, как они проваливаются глубоко, кажется. Есть. Вот и готово. Почти еще одно.
эти мы точно не потеряем колпачки. И красиво. Ну, может, и потеряем, если... Ну, мы закажем другие. Да. Хе-хе. Все, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь к нам на канал. То, что вот эти колпачки снизу в описании. Да, ссылка в описании внизу. Всем пока. Всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока.